Эй, взгляни-ка. Почти на месте. Вдоль уступа пути нет. Давай подальше от края. Неплохо. Ага. Засиделся ты в Южном Судане. Я теплокровный, не то что вы ящеры. Обыщите тут все закоулки! Глядите в оба! Тут еще одного грохнули! Мы знаем, что ты где-то здесь! Отходим! Осторожней!
сказать, все. Спрятался. Вижу их! Так, все чисто. Надеюсь, с ними покончено. Да. Осторожней. После взрыва тут все может рухнуть. Кто проводит раскопки динамитом? Наемники. Хотя уж Рейв-то должен соображать. Сэм, помоги мне. Что если тоннель держится только на этой штуке? Тогда извиняюсь. Ладно. Видишь? Все просто. Да, повезло. Thank you.
Как думаешь, выдержит? Ну, держится. Эй, только аккуратнее здесь. О, посмотри-ка вниз. Похоже на пиратские корабли. Это хорошо. Очень хорошо. Только аккуратно. Спасибо. Все хорошо. Хорошо. Как вы там? Мы заходим в пещеру. Пещеру? Да, связь может пропасть ненадолго. Не волнуйся. Ладно, короче, я жду вас наготове. Ладно, до связи. Получилось. Ничего себе крюк. Посмотрим, что оставил нам Эвери. О, да. Наемники ведь были прямо у входа в пещеру. Да, но мы пришли сюда первыми. О, холодно. Идем сюда. Хорошо, что я легко позавтракал. Жуткие статуи Дисмоса есть. Ступени есть. Судя по всему, мы в логове пиратов. Это что? Дверь? Похоже на то. Иди сюда. Посмотри. Склизко. Там ручка или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся. Что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведешь стильный крюк. Тяни давай. Стильный крюк.
Ладно, поехали. Вот так? Привет, привет. Интересный декор. Тех, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? Вот. Род-Айлендский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но... Тью погиб, атакуя ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком. Вот это хороший вопрос. Как думаешь, кто эти парни? Те, кого признали здесь лишними. Думаю, Эвери и Тью пытаются нас напугать. Хорошо, что мы профессионалы. Да уж. Мост хлипкий, как и все остальные. Ну, до сих пор держался. Ты постучи по дереву. Вроде держит. Вперед. Эти мосты явно строили не по правилам. По правилам. По пиратским правилам. Ха-ха-ха-ха. Неплохо. О, нет. У меня еще с прошлого раза камни в ботинках. Так, так. Ну, я уже мастер. Значит, Тью строил это место с Эвери? Ничего не понимаю. Я тоже. Если Эвери прятал сокровище, зачем ему другой пират? Возможно, он хотел взять его в команду. Прислал ему один из крестов святого Дисмоса. Да. Может, Тью забрал сокровище себе? Ты так не шути. Ну, скоро мы узнаем. Обратно пойдем другим путем. Ну, мы хотя бы в яму не упали. Очень продумано. Это уж точно. Тут еще... Ну-ка, попробую вынуть руку. Ух ты. Это такой хитрый тест или... испытание. Да. И этот вот не прошел. А мы пройдем. Внизу что-то виднеется. Тут ведро. Ха.
Ладно. Теперь что? Наполни. Давай его мне. Поставлю его в большое колесо. Посмотрим, для чего колеса. Так, я вроде понял, что к чему. Дело в этих трех крестах? Да. Перед нами Иисус, благоразумный Дисмос и злой вор Гестас. А, видимо, белый крест — это Дисмос. Черный — это Гестас. Что-то сдвинулось, когда ты поставил ведро. От механизма до двери проведен канал. Так, тогда ведро должно быть наверху. Вроде все верно. Ну, проверим. Проверим? Рычаг ты будешь тянуть? О, нет, не хочу лишать тебя этой привилегии. Ну да. Вот так. Сэм, Дисмос был слева от Иисуса? Это если смотреть спереди или сзади? Спереди. Тогда да, он был слева. Испытание, значит. А что именно соискатель должен уметь-то? Воду таскать? Соискатель должен знать о святом Дисмосе, о котором команда Эвери была явно наслышана. Не так уж это и сложно. Может, будет еще одно? Осторожнее! Что мне сдохнуть? Ты только посмотри! Нужно подняться к рухнувшему мосту. Ты прав. Поищем путь наверх. Поднимешь меня к лестнице? Хорошо. Так, у меня тут для тебя кое-что есть.
Так мы сможем добраться до зацепок на стене. Верно. Они что, нарочно все усложняют? Думаю, было бы проще, если бы мосты и переходы не развалились. Мы опоздали на пару сотен лет. Посмотрим, что там. Эй, потолок низкий, береги. Ай! Да, ладно. Ай. Точно. Тут виден свет. А, катакомбы. Ну, логично. Мы же под собором. А у Келли нашли что-нибудь? Ничего, кроме всяких разных надгробий. У трапезной закончили? Так точно, мэм. С северо-запада все раскопали. А что по южной стороне? Еще нет. Туда кран целый день перетаскивать. Надин? Так тащите. И гляньте, что можно без крана сделать. Да, сейчас отправлю туда людей. Хорошо. Рейв, что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка закрытой зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что? После твоих молодцов там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за два дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Что мне толку от щебня? Ладно. Ладно. Спасибо. Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать. Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет, я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона. Того аукциона, на который я не смогла привести своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкурент. Я не думал, что он явится. Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Если сокровище здесь, мы его найдем. А если нет, значит, пора идти дальше. Эй, ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что найдем. Давай, пока они сокровища не взорвали. Или целоваться не начали. Стой. Думаешь, она права? По поводу? Что Рейв хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Пускай. О какой пристройке шла речь? Наверное, боковая комната. Кроме нас тут никого.
Тут высоко, не запрыгнешь, если у тебя нет бабки. Во дворе остался. Ну, жаль. У тебя что, есть бабки? Мечты. Подожди. Ящик. Благодарю вас, Сэм. Мы явно подходим ближе к собору. Или к его руинам. Должен сказать, тут все лучше продумано, чем я предполагал. О, да. Наверняка много лет строили. Не жалели средств, чтобы спрятать 400 миллионов. Мост рухнул. Нужно искать другой путь. Была не была. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Все. Залез. Что делаем? Соображаю. Тут можно зацепиться. Зайдем. Кому нужны мосты? Ну, не знаю. Мосты вообще штука хорошая. Так, здесь не пройти. И как нам выбраться? Сюда! Ты посмотри. Если бы тут все не развалилось, мы бы попали в ловушку. Оглянись, Нейт. Подстава. Тут было второе испытание, но все обрушилось в океан. Ну что, значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Что это? Эта хреновина типа качелей может помочь. Попытаемся. Ну, поехали. Стой, стой! Ничего не выйдет, ты слишком низко. Я опущу, давай. Вышло! Вот так! Ну, а как же я? Сейчас, дай только оглядеться. Ладно, ладно. Я тут побуду. Вот
Вот это инженерия! Слушай, а в конструировании смертельных ловушек они толк знают. Какое красноречие! Ну как? Да, секунду! Так, я нашел, как опустить качели. Отлично. Работает? Он тяжелее меня. Я в этом не уверен. Да-да. Порядок. Наверх. Эй, хорошо полетали. О, черт. Вылезли. Вот так. Спасибо. Испытание пройдено. Я бы предпочел пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Давай. Ладно. Статуи добавляют драматизма. Ну, правда. Зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Ох, никогда не приду. Еще один крест. На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Вроде да, сойдет. Ладно, давай одну. Жадность, ясно. Только мне ловушка. Вау. Узнаешь форму? Мадагаскар. Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где гребаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт. Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? А, черт. Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Мало было выкинуть меня из окна? Рейв? Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, Бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. Ладно,
Это детали. Не трогай! Пнули и подожгли. Еще чуть-чуть.
держать, брат.
снайпер! В укрытие! Выходи!
Пока не доберемся до воды.